на канале Детский клуб Kids. Сейчас мы посмотрим интересный мультик. Он называется «Пасха». Дорогие ребята, усаживайте поудобнее. Мы начинаем смотреть. Мария Магдалина, последовательница Иисуса. Она очень опечалилась, когда Иисус умер на кресте. После того, как Иисуса положили в гробницу, Мария пошла домой, чтобы приготовить благовоние для его погребения. Через 3 дня Мария вернулась к гробнице, но она оказалась пустой. Она увидела ангела, и он сказал: «Иисуса здесь нет, он воскрес!» Она рассказала ученикам Иисуса о пустой гробнице, но они ей не поверили. Мария заплакала и вернулась обратно к гробнице. Она услышала, как кто-то произносит ее имя. «Мария, Мария!» Она увидела Иисуса. Мария была так счастлива, что Иисус жив. Иисус появился пред своими учениками. Он воскрес, воистину воскрес. Ну что, ребята, мы повалимся на мультик? Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Следите за нашим каналом, будут новые мультики. Пока-пока.